Елки. Сегодня мы продолжим свою рубрику «Лизуны и слаймы» и будем делать 3 целых рецепта без клея, так как мы клея не могли долго найти и решили сделать рецепты без клея. А вдруг у вас клея тоже нет? Поэтому оставайтесь с нами и смотрите наши рецепты от подписчиков. Первый рецепт от Марго. Для этого нужно всего лишь 3 ингредиента. Густой шампунь, гель для душа и соль. Заливаем первым делом шампунь и гель в емкость. Где-то 50 на 50. И перемешиваем. Получается густая масса. Теперь добавляем соль. Нужна лишь всего лишь 1 щепотка. Все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на час или в морозилку на 5 минут. Пока первый рецепт стоит в морозилке, мы будем делать второй рецепт от Лолы Лолу Любишь. Для этого нам нужно взять шампунь, зубная паста, немного сахара, сода, краситель и жидкость для контактных линз. Первым делом наливаем немного шампуня. Добавляем немного зубной пасты. Туда же добавляем 2 ложки чайные сахара, немного соды. Все это тщательно перемешиваем. Немного добавим красителя и еще раз все перемешаем. Желтый с синим цвета дают такой красивый ярко-салатовый оттенок. Теперь пришло время добавить жидкость для контактных линз. И мы добавляем по чуть-чуть. Может, это маловато? Добавим еще жидкости. На мой взгляд, слайм становится более жидким. Поэтому, наверное, у нас лизун не получился. Этот рецепт не работает. Да уж, этот слайм не получился. Какой-то инопланетный коктейль. К сожалению, он не работает. А мы приступаем к третьему рецепту. Третий рецепт у нас от Алисы Кнея, и для него нам тоже нужно 3 ингредиента. Это густой шампунь, пена для бритья и соды. Нужно столько добавлять, пока не получится слайм. Добавляем в емкость шампунь и пену для бритья. Все это тщательно перемешиваем. После того, как мы все тщательно перемешали, нам нужно добавить 2 столовые ложки соды. Это 4 будет. У нас чайная. 1, 2, 3, 4. И все тщательно перемешать. Честно, ребята, не знаю. Я такой слайм еще и рецепт слайма такого не видела, не слышала и не делала. Я не думаю, что этот слайм получится. Ну, хотя не знаю. Мам, мне кажется, что без клея вряд ли какой-то слайм получится. Это же уже точно. Это получается не слайм, а просто сода с пеной. К сожалению, третий рецепт у нас тоже не получился. Ну а прежде чем показать, что получилось первым рецептом, мы, как всегда, проводим челлендж. Успей подписаться и нажать на колокольчик всего лишь за 5 секунд. Поехали! 5, 4, 3, 2, 1. Ну что, успел? Пиши об этом в комментариях. Ну а сейчас мы покажем предыдущих победителей конкурса. Мы достали первый рецепт. Посмотрите, он все же похож, наверное, больше на слайм, но он тянется. Но в руки брать его невозможно, он просто прилипает к рукам. Не знаю, как на ваш взгляд, пишите в комментариях. Первый рецепт от подписчиков у нас не получился. Мы все проверили 3, ни один лизун у нас не вышел. Но зато вы теперь знаете, что такие рецепты лизунов и слаймов просто нерабочие. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А мы с вами не прощаемся, а говорим лишь всего пока-пока. До следующего видео, друзья.